Так, здравствуйте, дорогие друзья. Начинаю ответы на вопросы. Хочется начать. Конечно, мы снимаем в такой рабочей обстановке. Я сижу в показочной камере. Сзади у нас кипит работа над конкретным УАЗиком. И там что-то ему там слез с кузов с подушек. И его пытаются восстановить геометрию. Потому что что-то там проржавело. Хотели начать его красить, но кузов сошел с подушек. В общем, и там начинается... Поэтому я сейчас занимаю место, но, тем не менее, мне ждали какое-то время, но, в общем. Первое, значит, хотелось бы мне посчитать затраты на Гелендваген, несмотря на то, что вы уже все видели, то есть, как сказать, все видели, вы видели все серии, но конечный результат вы пока не видели, что из этого получилось, потому что на данный момент, я уже, как говорил, автомобиль готов, поэтому мне бы хотелось... К сожалению, я взял не свой телефон. Мне бы хотелось примерно сейчас рассказать о том, сколько это стоит. Потому что сейчас мы тоже сидели вместе, и, может быть, некие моменты, некие затраты мы еще не успели включить. В общем, в итоге сумма вышла такая, что дешевле было купить именно БУ 5.5 компрессоры, в общем. Но это дорого. Тюнинг Гелендвагена это действительно дорого. Итак, начинаем. Значит, первый пункт это покраска. Серию с покраской вы уже видели. Ну, по предварительным расчетам мне вышло в 200 тысяч рублей. На самом деле это не так дорого, с учетом того, что лаки, краски сами бегали, покупали. Тут парни еще помогали, делали скидку. В общем, 200 тысяч рублей это полный разбор. Там мне все процессы вы видели, два раза его покрывали лаком, готовили, подготовка очень долгая была. Но в итоге я сказал, мне нужна покраска лучше, чем красить его на заводе. В общем, со всем вместе мне вышло в 200 тысяч рублей. И это конечная стоимость, потому что как бы все, то, что покраску видели, серия про него. Следующий мотор. Мотор делала компания Moscow Supercharge. Специально для меня они объявили ценник в 500 тысяч рублей. Это, ну, для меня со скидками и свой до. То есть, напомню, это 5.5, кованный низ, повышенная степень сжатия, это валы, это выхлоп. То есть, это цена без выхлопа, выхлоп там, по-моему, около 100 тысяч, это коллектора. Что-то было взято от Брабуса, какие-то бочонки, наконечники Брабус. Коллектора делали, но об этом вы еще увидите серию. Потому что звук в итоге мы немножечко поменяли, он стал громче. Это 500 тысяч рублей. Значит, дальше, коробка. Коробка 100 тысяч рублей, 5G Tronic был взят в хорошем состоянии, с внутренностями от Maybach некоторые перебрали полностью. То есть она сейчас держит момент заранее уже больше, чем есть в этом моторе, потому что все-таки на закисе автомобиль будет, момент там будет выдаваться нехилый. Тормоза... Для меня вышли в 350 тысяч, опять же, вы серию видите, это не те тормоза, которые были у вас в предыдущих сериях, в общем, это очень дешево за то, что у меня стоит. Ну, в итоге мне, естественно, пришлось, за такую скидку мне пришлось упомянуть фирму-производителя, и, естественно, все цены здесь указаны со скидкой для меня, то, что я, например, говорю. Вот мы, например, ставим тормоза Brembo. Если я говорю тормоза Brembo, производитель мне сделает, там, делает 15% скидку примерно. Ну, за такой пиар. Так, значит, дальше. Пружины 100 тысяч рублей, стойки 100 тысяч рублей. Опять же, не буду говорить производителя, как мы это ставили, вы увидите в следующих сериях. Салон около 400 тысяч рублей, это округленная сумма, то есть, опять же, про салон вы увидите серию. Как это все делалось, что в итоге получилось. Музыка около 120 тысяч рублей. Значит, ну туда входят динамики, значит, головное устройство, сабвуфер. В общем, там тоже достаточно так. Ну, это не самое крутое, что можно поставить, но в общем в итоге вышло так. Так, оригинальные обвесы и бампера все вместе с расширителями, с карбоном, там с чего-то мы сделали матрицу под карбон, еще в итоге получилось 200 тысяч рублей. И колеса около 100, ну резина там где-то за 20. В общем, в итоге у нас получилось общей сложности около 2,5 миллионов рублей вложений. То есть, ну, с учетом, это естественно без учета стоимости автомобиля, это без учета стоимости
каких-то там проводок, ключей дополнительных, ну там, знаете, мелочи бывают, может быть, мы что-то еще не успели туда вписать, но это грубые затраты, которые на данный момент. Естественно, вы сейчас спросите, ну вот конфигурация не внедорожная, то есть когда ты ставишь обвес за 200 тысяч рублей, ну просто в лом тебе лезть в грязь, ну ты боишься поцарапать, когда такая дорогая краска, в общем, и вы дождитесь конца этого сериала, и там будет развязка итоговая. Как же в итоге я буду ездить по бездорожью? Я думаю, как бы многие догадываются о сути этого проекта, но в итоге вся развязка будет в конце. Мы, естественно, поедем, что как и что как происходит. В общем, это была краткая, значит, грубый подсчет затрат на автомобили. Теперь возвращаемся к вашим вопросам. На вопрос уже я ответил о том, что Антон, как же ты будешь ездить по этой конфигурации? Так, возвращаемся к вопросам. Значит, Миша Пивкин, 20 лайков. Антох, если в планах возродить рубрику БУ, ребята, поддержите. Естественно, есть в планах, я уже говорил о двух семерках BMW. У нас есть Ford Focus 2, то есть материала полно. Слава богу, когда находишься в Москве, нет проблем с автомобилями, но есть проблемы со временем. Если раньше в Чебоксарах на тест-драйв я тратил, чтобы его снять, ну, около 2 часов, ну, там 10 минут доехать до места, туда и снять, то сейчас это может затянуться на целый день, потому что ты едешь к локации, можешь 1,5-2 часа в пробках постоять, потом ты приезжаешь, ты ждешь еще оператора, или еще машины, они могут стоять в пробках, потом ты еще снимаешь, потом вы едете обратно, в итоге приезжаете поздно вечером, оператор не успевает монтировать, и это затягивается на день. В общем, пытаемся как можем выйти на 2 видео в неделю. В общем, пока с грехом пополам получается. Но, в общем, мы сняли очень крутой тест-драйв горячих хэтчбеков. Вот, поэтому он сейчас находится в монтаже. Думаю, скоро вы его увидите. И опять же, снимали целый день. Реально хотели снять быстро, но целый день. Там потом заезды в конце. Значит, Дмитрий Трубников, 11 лайков. Какие машины стоит покупать в кризис? Надежность, качество сборки, японец, кореец или немец? Я думаю, что нужно исходить, конечно же, из бюджета. Кризис вообще никак не влияет. Я считаю, что на данный момент, я всегда это говорю, что корейцы уже научились делать автомобили надежные, которые не ломаются. Те же Hyundai Kia ни в чем не уступают по надежности Toyota. Эти достаточно элементарные моторы. Сейчас, правда, у них, по-моему, уже пошел непосредственный впрыск, а потом у нас идут, по-моему, на СИП начали ставить робот, поэтому в этой ситуации они, к сожалению, на данный момент усложняют конструкцию, но на самом деле, типа, они идут к прогрессу, поэтому я бы все-таки в бюджетную стоимость присмотрелся бы к корейцам. Так, 90-е года, понятно, значит, дальше идем. Так, Ильдар Гафиатулин, 16 лайков, Е60 бы посмотреть, как в старые добрые времена в рубрике БУ, сейчас у них цена приемлемая, это последнее поколение, куда ставилась надежная рядная шестерка, но хоть один обзор давай практикуй, гол лайк, пацаны, на F10 тоже ставилась атмосферная рядная шестерка. Но, опять же, говорить про Е60 как на надежном автомобиле, ну, сложно говорить, потому что много различных хозяев, кто-то убивает, кто-то нет. Можно сейчас купить Е36 найти в идеальном состоянии, но цена будет, опять же, другая. Е60 у него несомненные преимущества, это качество сборки, даже убитые в автомобиле ездят очень тихо, и салон у них хорошо собран, не скрипит, хорошая шумоизоляция, хорошая жесткость кузова, это не отнять. Это самый дешевый билет Е60, садитесь в нее и просто ощущаете, вот даже вот после какого-нибудь там бюджетного автомобиля садитесь, чувствуете класс, вот это реально. Я помню, у меня был Lexus S250, и я сел старую Е39 после него, он просто прокатился, я понял, господи, какая же разница, вот даже вот панель как-то собрана монументально, чувствуется вот массу, все остальное. Поэтому я думаю, что мы снимем Е60, потому что у нас была М5. Е60 это автомобиль интересный, сейчас даже друг вот угорел у моего оператора, который находится и монтажера в Чебоксарах, он, кстати, тоже монтирует часть роликов на расстоянии. К сожалению, мы тут не снимаем, потому что
Москва. Так, Артем Громов, 3 лайка. Куда делся один день из жизни? Давно уже вроде снял, обещал выложить. Я снимал один день из жизни, когда я был на тест-драйве. Не станет. Вряд ли сниму что-то более интересное, чем было это, потому что как я встаю, просыпаюсь, еду сюда, целый день тут я сижу, потом отвечаю на ваши вопросы, потом мы снимаем «Бескрязи в князи», потом я пытаюсь еще под вечер снять какой-то тест-драйв, потом весь вымотанный возвращаюсь, вот в принципе ничего тут интересного нет, это обычное будни. Так, дальше идем. Спасибо большое за хорошее. Так, Никита Федоров. Когда первый выпуск из «Грязи в князи», 21 лайк. Первый выпуск мы планируем выложить в декабре, возможно, будет 2 выпуска, но, опять же, мы планируем, все зависит. Вот хотели выложить УАЗик в декабре, но сейчас он сошел с подушек, и там что-то прогнило. И кузов, опять же, потерял геометрию, сзади меня стоит. Поэтому сейчас мы пытаемся все в быстром порядке это сделать. Как делал турбонил у Патриота Павел Роговицкий? Так как сейчас я временно приехал в Москву, я не могу на данный момент сказать, как у них дела, но в последнее было, время было все хорошо. У Патриота он на грязевой резине, в общем-то так там все остановилось. Владелец радуется каждый день, и ему очень нравится этот автомобиль. Так, Юлия Прошина. Так и так. Привет, Антон, были ли у тебя проблемы с ГАИ на тест-драйве, которые не вошли в видео? Ребята, поддержите лайками, во время тест-драйва меня ни разу не останавливали. Единственное, было такое замечательное видео, где я ехал на Porsche Macan, и на меня кто-то написал заявление о том, что я ехал с превышением, в общем, меня вызывали с ГАИ, говорили о том, что как так можно, туда-сюда, в общем, серьезных никаких не было, слава богу, инцидентов. Сергей Григоренко, 4 лайка, какой-то скрин с моей рекламы, где рекламирую какую-то платежную систему или какой-то лохотрон с Лексусом, безусловно, на такие вещи я не подписываюсь, мое изображение много где используется, но в этой ситуации я никак не могу запретить писать какие-то заявления на всех. Ну, бессмысленно, я считаю, что пустая трата времени. Так, про тачку на прокачку я уже рассказал. Все идет по плану. Естественно, мы сдвинулись, но как я и планирую, изначально планировал, с первой выпуски должно выйти в декабре. Опять же, так. Владислав Храмых, 26 лайков. Стоило ли вкладывать деньги в старый геленвагон, чтобы создать из него гелик АМГ? Или проще было купить на вторичном рынке? Экономически оправдывается твой проект с геликом? И как этот проект в принципе не может быть оправдан, потому что максимум, что я получаю, это 15% скидку, когда говорю о производителе, там, кого-то там, или еще мне удается разговаривать. Естественно, как бы с производителем резины и все остальное я покупаю БУ, что представитель созвонит, я купил вас БУ резину, дайте мне 15% скидки. Конечно же нет, гелик строится не банальный. То есть на данный момент вы просто увидели о том, как покрасили, и мотор уже не банальный, мотор эксклюзивный. Что дальше будет с подвеской, что дальше будет с конфигурацией, таких геленвагенов в принципе нет. На валах там, извиняюсь за насморк, недавно простудился, и экономически это невыгодно, но это большая игрушка, которую я собираю. И можно было, конечно, просто ничего не делать, можно было взять обычный гелик со стандартным мотором, поставить АМГ вес и ездить, потому что, по сути, денег больше всего у меня ушло во внутренности. Вот я считал, во внутренней части, кто этого не видит, то есть машина не для понтов. Действительно, выходит дорогой автомобиль, но я строю под себя, я строю ту конфигурацию, которую я хочу, я выбираю ту строчку на коже, которую я хочу, я выбираю Алькантару ставить там, где я хочу. И когда вот я собираю этот автомобиль, это у меня получается эксклюзивный геленваген, похожих на которого нет нигде в мире, абсолютно нигде. И в этом суть тюнинга. Вы собираете автомобиль под себя, и вы уверены, что второго такого же автомобиля с такой же конфигурацией нет. За это, в принципе, и люди любят тюнинг, и они дорабатывают. Так, Данила Бодров, 17 лайков. Я уже сказал, сколько денег я вложил в геленваген. Какие... Павел Песоцкий, так и так, какие планы на Новый год и предстоящие каникулы? Я думаю, что планы работать и пытаться выложить 2 части. Так, Николай Попов, 8 лайков. Будут проекты с Саней из Loud Sound, и удалось о чем-то договориться. Да, безусловно, Александр очень адекватный и понятный парень. Встречал я, конечно, неадекватных блогеров. Вот, но тем не менее мы сразу нашли с ним общий язык.
Мы оба провинциальные парни, приехали в Москву, и, конечно, хочется засветиться в проекте. Он помогает нам делать музыку, в том числе и он принимал участие в настройке музыки на гелик, поэтому вы все это увидите, очень адекватно, я всем советую его канал. Просто вот от души приятно с человеком поговорить, чувствуется большой опыт в настройке музыки, строил много разных проектов. И все-таки вот блогер, на мой взгляд, должен быть не шоуменом, а что-то в нем должно быть полезное быть, понимаете? И вот когда человек профессионал в музыке, он делает блог про музыку, это интересно. Может быть, это не так массово, ну, 100 тысяч плюс, там, хороший канал, но он профессионал, и он делает это. Конечно, к сожалению, много просмотров и не очень качественной аудитории набирают шоу. Там, где мы пошли, им говорим про какой-то секс и все остальное, это тоже интересно, это имеет смысл быть. Но польза от этого, ну, мало, да? Ну, какая может быть польза о том, когда блогер говорит или показывает, как это происходит на заднем сиденье? Пользы никакой, но смешно, и все смотрят. Ха-ха-ха, как смешно. Вот. Я понимаю, почему смотрят, но все-таки хочется, чтобы было больше блогеров-профессионалов, которые образно, вот Андрей, вот он хочет сделать канал, и я ему помогу про покраску, как самому, например, в гаражных условиях покрасить автомобиль, или что-то сделать, сэкономить, там, не ездить в сервис, самому купить краску, покрасить, что такое правильная покраска, какие делают там проблемы там, начинающие маляры, как сделать там в гаражных условиях там правильную шагрень или еще что-то, как наложить план. И это интересно. Это, да, это не будет, ну, школьники это точно не будут смотреть, потому что нахер им смотреть, а то как какую-то корову красить, ну, это неинтересно. Вот, лучше посмотреть, как Давидыч, например, там, тестирует новый Range Rover, и я их понимаю, потому что в первом видео ничего смешного, ничего интересного не будет. Они и так в школе целый день сидят, их там учат. Тут еще какой-то чувак, там, значит, говорит, как правильно наносить краску о химическом составе, они у них ассоциация с этой училкой по химии, которая им надоела, и все, на, и они это не смотрят. Вот Давидыч, классный парень. Все весело, мозги не надо напрягать, туда-сюда, там, шуточки, прибауточки, еще тачка клевая. Ну, успех таких каналов, он, конечно, понятен и очевиден. Вот, потом еще, вот почему, вот я готов любому блогеру помочь в этом. Сейчас вот Андрей будет снимать прокраску. Значит, Александру я готов, там вот, кстати, ссылка на его канал снизу, пропиарить его в проекте, рассказать о нем, потому что не все о нем знают. Почему вот нет, например, блогера, который, вот я изучал, который рассказывает про коммерческий транспорт, про газели, микроавтобусы, про фуры, например, да, про самосвалы, про, я не знаю, про дальнобойные какие-то вещи. Почему? Давайте есть. Я готов поддержать, я вот недавно изучал этот вопрос, да, очень много интересных грузовиков там, про КАМАЗы, я не знаю, как там основы вождения, техники, там, что нужно там, обслуживание автомобиля, как правильно обслуживать автомобиль, про маршрутки, их так много, почему никто об этом не говорит, это же интересно. Вот, например, молодой парень хочет начать бизнес, я считаю, что коммерческий транспорт это хорошее, покупаешь свой, значит, какой-то транспорт и начинаешь зарабатывать. У меня один друг, вот объясняю, купил трактор и начал, купил туда щетку и ковш и задний этот ковш тоже, чтобы рыть. И он просто заработал, молодой парень, 21 год без высшего образования, закончил, по-моему, техникум какой-то, или МАТИ, Московский отраженный институт, нет, техникум, вот, и он, и у него был параллельный друг, который учился там в высшей школе экономики, в институте, 5 там, значит, каких-то образований, все-все-все, сейчас этот друг работает в банке, получает 100 тысяч рублей, а тот друг, который у меня сам купил экскаватор, и начал работать в коттеджном поселке, ему просили там убрать снег, вырыть яму, там много строительств было, почистить, что-то там кому-то привезти, увезти, кого-то дернуть. Он заработал за 2 года дом в этом коттеджном участке. Купил уже еще 2 трактора, нанял людей, и он развился. Из-за чего? Потому что он знал, как обращаться с трактором, как работать на нем. Вот обзор про трактор. Ну вот в общем, короче, я за то, чтобы появлялись профессиональные каналы, которые людям помогают в жизни зарабатывать деньги. Что такое маршрутка? Как купить маршрутку? Как зарабатывать на маршрутке? Как ее обслуживать? Что такое автобус? Там малые рейсы, большие рейсы. Что такое КАМАЗ? Ну вот, например, вот у меня друг тоже, помните? 399, это 14-е на валах.
Очень хорошо зарабатывает. Очень хорошо зарабатывает. Ездит на КамАЗе, сам купил свой КамАЗ и ездит на нем, сам себе хозяин. Не нужно что-то там с утра до вечера сидеть в офисе. У него есть своя техника, он сам. Ну его, правда, у него, по-моему, отец там тоже. Ну, отец его научил. А почему нам не сделать канал тоже про коммерческий транспорт? Я считаю, что это как бизнес-структура замечательная вещь. Поэтому вот если у вас есть желание, например, или какая-то, ну, не знаю, развивать канал, я, безусловно, поддержу. Вы пишите мне на почту снизу, вот я хочу сделать канал. Давайте попробуем развить вот эту тему, потому что эта тема не затронута. Пока мы молодые, пока есть возраст 18-30, в этом возрасте нужно заниматься делом, бизнесом, нужно развиваться. Иначе вот в этот возраст нужно делать основной рывок, нужно определяться, кто вы по жизни и чем вы хотите заниматься. Потому что с 30 до 40 уже, я могу сказать, немножечко, ну, исходя из своего опыта, уже задор-то исчезнет. И уже хочется какой-то стабильности, поспокойнее там и все остальное. Поэтому все-таки делом надо заниматься. Делом развиваться каждый раз. Тренажерный зал, еще что-то. Смотреть каналы, как привести себя в хорошую форму, как правильно питаться. Учить иностранные языки, опять же. А вот эти вот замечательные шоу, они всего лишь шоу. И нужно смотреть их по вечерам. К сожалению, они не помогают развиться. Вот, поэтому с удовольствием поддержу любого блогера, кто будет заниматься умными какими-то правильными обзорами. Абсолютно не осуждаю тех, кто пытается делать шоу. Это их бизнес, это их работа. И я тоже их смотрю. Это очень прикольно, как минимум. Причем некоторые из них, считаю, очень хорошие операторы, хорошо накладывают музыку, и получается прям фильм, это реально приятно смотреть. Так, значит, Никита Вагнер, 21 лайк. Антон, расскажи про все машины, которые у тебя были, ставим лайк, ребята. У меня было много автомобилей, но самый запоминающийся, конечно, самый интересный автомобиль, я уже, наверное, говорил, это УАЗ-2007, мой первый автомобиль, он находится у меня, самый яркий. Поэтому, что рассказывать? Автомобили, конечно, это как женщины. Каждый из них вспоминает, оставляет какие-то воспоминания. Кто-то более яркий, кто-то какие-то автомобили ты вообще забываешь. Потом тебе говорят, что у тебя же была эта машина. Да, что-то, по-моему, было. Поэтому, в общем. Ну, знаете, что я могу сказать? Вот часто очень задают вопрос 700-800 тысяч рублей. Что купить? Седан нужен. Ну, молодой парень нужен, чтобы он круто смотрелся. Обратите внимание на Lexus AS250. У меня был такой автомобиль, и я считаю, что это хорошая альтернатива трешкам, заезженным цешкам, типа, которые круто выглядят. Надежный V6, обычный автомат, очень круто смотрится. Даже сейчас новая модель вышла, она отличается. Ну, визуально не слишком отличается, поэтому присмотритесь к Lexus. Очень хороший автомобиль, замечательный просто. Недавно я был на маяке, мне очень понравилось выступать, кстати, хотел бы сказать. И, в принципе, я готов дальше выходить в радиоэфиры. Очень понравился отклик аудитории. И мне сказали, что это был один из самых лучших эфиров про автомобильную тематику, что это очень приятно было слышать. Поэтому сейчас ведутся переговоры о том, чтобы на маяке я выходил хотя бы раз в неделю, я вел там какую-то свою рубрику. Если это пойдет, я буду только рад. Ну, естественно, там никто никаких денег не предлагает. Но как саморазвитие, попробовать себя на радио, мне кажется, замечательная вещь. Так, идем дальше. Что у нас? Какие там еще были основные вопросы? Были вопросы о том, что я, например, выражение, что во время каких-то съемок, я когда с кем-то разговариваю, я его не слушаю. Например, идет диалог, и кажется, что я с неуважением отношусь к собеседнику. Дело в том, что некоторые вещи мы снимаем не с первого раза, и я уже заранее знаю, что скажет, ну, там, заминка, или там камера, или микрофон не работал. И заранее, значит, я уже знаю, что скажет мой собеседник, поэтому складывается, я плохой актер, я не могу так, знаете, сыграть. Ах, да, я же знаю, что ты скажешь, но я тебе сейчас типа хорошо внимательно послушаю. Поэтому я вроде как-то слушаю, но вроде думаю о том, что я буду говорить дальше. Поэтому складывается некое какое-то ощущение, что я с неуважением отношусь к собеседнику и его не слушаю. На самом деле, просто я уже знаю, что он скажет, поэтому я не прислушиваюсь к нему. Так, идем дальше. Ну, тесты из 90-х. Это я уже отвечал. Про Ладу Весту, кстати, было много вопросов, потому что все не прогружаются.
Сейчас Александр Клюев. Антон, был ли ты в армии, как не относишься? К сожалению, в армии я не был. А, значит, дальше. Про Веспу. Веспа интересный проект. У меня была задумка, значит, взять все внутренности 12-й с тормозами, с коробкой, с мотором и переставить ее в Веспу. Прямо в кузов. Ну, пока я нигде не могу найти кузов от Веспы, но было бы достаточно интересно, потому что там все встанет. И мотор встанет, и рейка, и подвеска, все туда подойдет. Если мы возьмем, мы говорим о машине с приор-мотором, с мозгами, январь 5.1, я надеюсь, нам мы сможем, но это будет круто. Вообще мне хотелось бы, значит, взять Веспу и быстрее всех на ней проехать 100 тысяч километров и посмотреть, что рассыпется. Это будет очень интересно. Это будет, мне кажется. И вообще взять каждую машину, вот, чтобы она круглосуточно. Так раньше делал авторевью, но почему-то они это как-то немножечко, ну, перестали делать. И, в общем-то, я за этим не наблюдаю. Но если это визуально, создать аккаунт на автомобиле. Вот, например, каждый может зайти в перископ. Кстати, почему я не установил перископ, скоро установлю, я пароль забыл от своего аккаунта в этом. В App Store, поэтому не могу установить. Создать перископ этой, чтобы каждый мог посмотреть, где гаранты круглосуточно ездят, какие у них проблемы. Вот сотку намотать попробовать на за год. То есть прямо на полигоне авторию так делала. Круглосуточно сменные водители, и они прям гоняют эту машину по плохим дорогам и уже заранее выявить проблемы этого автомобиля. Потому что даже таксисты так не смогут накатать. А тут, если скорость будет около 110-120, потом замедление, потом хабы, будет достаточно интересно. Потом взять, например, Логан или одновременно взять Логан. Ну, нужны, конечно, большие финансовые затраты на это, но это будет очень интересно. То есть взять все популярные машины и прям одновременно их катать. Прям катать круглосуточно и прям выявлять проблемы. Там, тут трещит, тут, чтобы у потенциального... Ну, вот недавно вот мы на маяке говорили о том, что 500 тысяч рублей, 500-700, да? И все думают, что же взять там Весту, взять Логан или там Солярис, вот, взять все машины и онлайн обкатывать. И онлайн выкладывают. Вот там полетела стойка, вот там полетела, значит, коробка или еще что-то. Поэтому это было бы очень интересно. И прям чтобы человек онлайн мог заходить и смотреть. Потому что видеодневники на драйве, например, ведутся, они так в темпе не быстро. Ну, человек купил Веспу, например, да, образно. Он за год проедет на ней тысяч, ну сколько, ну 15-20. Это не раскроет его потенциал. А если ускоренно, постоянно машину гонять, как на ресурсных испытаниях, это было бы замечательно. Потому что человек обычно так столько все равно не будет проезжать, сколько сможем проехать мы, например. И это, в принципе, я думаю, будет интересно. Люди будут наблюдать, вести прям статистику поломок, все. 5-7 машин сразу взять, чтобы они гонялись прямо на полигоне. Это было бы интересно. Ну, в общем... У меня, как всегда, идей много, а вот чтобы реализовать, времени не хватает. И вы это заметили, и, ну, я с этим согласен. Так, Антон, Айдыр Абеков, 6 лайков. Антон, ты обещал сделать из драйв Камри 50V6. Обещал, друзья, лайкайте, пусть Антон увидит. Камри сделаем. Кстати, когда мы делали тест-драйв горячих хэтчбеков, хотел приехать человек на Камри V6, но что-то там не получилось. Можно было тоже сравнить динамику, но поверьте, хэтчбеки так валивают, особенно Octavia RS, это просто, это что-то. Так, дальше идем. Так, Евгений Уткин, здравствуй. Что посоветуешь делать студентам-выпускникам? В нынешней ситуации они никому не нужны, а работать по профессии получают единицы. Куда продать и что делать? Уезжать из страны, воровать? Или становиться коррупционером в системе? Как жить-то? Ну, коррупционеров рано или поздно реально посадят. И те деньги, которые вот зарабатываются путем нелегальным или нечестным, или обманом, всегда, вот даже вот сделали это, деньги появились, но всегда потом случается, это какая-то карма приходит, момент, когда вы все теряете, вот все теряете. У меня чувак, ну не буду говорить его имени, в общем, очень интересный, замечательный человек, у него появилась очень крутая тачка, Не могу сказать, что он всю жизнь на ней работал, за нее работал, в общем. Очень круто, эта машина появилась, и, в общем, он ездил на ней год, все хорошо, и из одного конфликта, вот, который случился, ну, вот, совсем из-за мелочи просто, ему эту машину сожгли. Абсолютно люди не причастны ни к чему, просто случайно, эту машину сожгли, все. И вот так всегда бывает. Поэтому, что я советую? Я уже говорил про профессии.
Я бы не стал на данный момент в нашей ситуации, опять же, это чисто мое мнение, учиться на юриста, банкира, госслужащего и все остальное. Госслужащий, самая популярная профессия. Все хотят быть губернатором и стать олигархом. Да нет, я бы советовал изучить и стать профессионалом своей профессии. Неважно, сантехник, там крановщик, бульдозерист, водитель автобуса, значит, маршрутка. Если у вас есть охрененная профессия, это первый зачаток того, что вы нет, вы всегда не будете работать разнорабочим, и вами будут команды. Это зачаток того, что вы сможете построить свой бизнес. Любой хороший маляр сделает свой автосервис. Любой крановщик, дальнобойщик или бульдозерист сделает свою транспортную компанию. Это зачаток. Если вы хотите стать профессионалом, создать свой бизнес, не идите учиться на юристов, бухгалтеров, как я там или еще что-то. Вам нужно обязательно изучить профессию от и до. И если раньше казалось, что до 9 класса мы, например, учились, и вот кто уходит в техникум, это люди уже все, там их армия, это уже второй сорт какой-то работяги, а те, кто остается 10-11 класс, высшее образование, они будут сидеть в кабинетах директорами. Да и вот в нынешней ситуации, вот поверьте мне, самое главное – это профессионал. В России это очень важно. Если у вас еще есть мозги и какое-то развитие, вот буквально по профессии вы будете работать года 2-3, потом вы создадите свою компанию, которая будет начинаться с 1-3 человек и уже расширяться. Поэтому у меня очень много друзей, которые владеют крупными бизнесами. И вот я могу сказать, что они, если вы не профессионал своего дела, вы никогда свой бизнес не разобьете. Даже есть чувак, который занимался, значит, ремонтом ботинок, он там начал производить свою обувь в итоге. Поэтому самое главное – знать профессию. Не гонитесь за высшим образованием. Но это чисто мой совет. Вот. Дальше. Значит, поэтому все блогеры, которые хотят сделать, значит, профессиональные, интересные каналы, ну, по крайней мере, с точки зрения транспорта, ко мне в личку и говорите, что я хочу. Я вас и буду репостить, помогать, крутиться, могу сниматься в ваших роликах. Главное, чтобы это было полезно для общества и для моей аудитории, чтобы они развивались. Времена сейчас наступают не самые легкие. Так, Турбо Нива. Спасибо большое за похвалу, очень много, мне очень приятно. Вот, значит, Никола завалил. Ну, опять про Геленваген, то, что я сказал, что суть как и на чем я буду ездить по бездорожью, вы увидите в конце. И в этом развязка основная. Так, Тимур Рамазанов, Антон, какое максимальное расстояние проезжал на авто? И как для тебя удобнее преодолевать эти расстояния? За рулем или с пассажиром? Самое расстояние большое проезжал на автомобиле – это Чебоксары и, по-моему, Астрахань. Я проехал за один день, там 1800 километров, по-моему. Мы там еще чуть дальше отъехали на рыбалку из какую-то деревню. Интереснее, конечно, ехать за рулем, потому что когда ты сидишь рядом, обычным пассажиром, ну, не очень интересно. За рулем намного интереснее. В общем, на основные вопросы, то, что я хотел, уже у нас 35 минут, ответил. В общем, надеюсь, это было не зря, что некоторые какие-то вопросы, советы, на какие-то вопросы я ответил, дал какие-то советы того, что вот я мог, и выразил свои мысли по этому поводу. Спасибо большое за внимание. Гелика не будет на этой неделе, потому что, в общем, я чуть-чуть тут не успеваю смонтировать серию. Вот, но 2 видео в неделю, как я обещал. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки и до встречи.